Замена прежних госномеров не потребуется для жителей трех новых областей. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны. В ведомстве подчеркнули, что уже присвоили цифровое обозначение кодов для госномеров машин трех новых регионов. Так, на авто с 18 номером теперь будут ездить жители Абайской области. 19 номер присвоен Жетысусскому и 20 Улутаускому региону. Напомним, 8 июня вступил в силу указ президента Казахстана об образовании новых областей республики.